Добрый вечер, дорогие друзья. У нас распаковка настольных игр от магазина Lady Toys. Мы заказали несколько игр, чтобы скрасить карантин. Да, Максим? Да. Да. Так что посмотрим, чем Lady Toys нас порадует. Порадует, да. Итак, первое, подожди. Первое, что мы видим здесь. Что мы видим здесь? Витаемо! Вы отримаете 10% скидку на следующую покупку любых игр с 44 кота. Ура! 44 кота. Да, это, видимо, какой-то мультик. Супер. Так. Итак. Так, это подарок, кстати. Ух ты, наверное. Вот это подарок. Давай, давай. Итак, сначала, да. Вот это. Зоркий глаз игра. Так, держи. Так, дальше. Вторая игра у нас. Игру Монстромания. Ух ты, Монстромания. Из-за того, что коробочка шла немножко помятая, как бы нам была скидка, но я скажу так, ну, спасибо за скидку, да. И значит, мы заказали еще одну игру 44 котенка. Слушай, вот. Выглядит ярко все, конечно, интересно. И вот это вот. Фиксики-творилки. Да, слушай, а что там? Учись декорировать, написано. Да, это очень что-то тут интересное. А ну, почитайте, пожалуйста. Ага, значит, наш набор – это первый шаг к развитию творческих способностей малыша. Значит так, здесь аппликации мы создавать? Будем рисовать пластилином, создавать объемный контур. Ну, то есть здесь идет в пластилин. И, ну, что-то очень интересное. Хорошо. Можно даже сразу открыть. И посмотреть, что же у нас за такой классный подарок. Восковые палочки плюс пластилин. Ух ты, это в комплекте фиксики-творилки? Да. Итак, вот такой фиксик. Угу. Вот такие еще вот у нас картинки. Так, это у нас... Инструкция. Инструкция. Угу. И внутри о, у нас и тут... несколько. Это восковые... Что-то интересненькое. Так, плюс у нас еще есть какой-то такой двухсторонний скотч. Угу. И еще у нас пластилин. Класс. Класс. Спасибо большое. Ну что, да? Спасибо, Lady Toys. Да. Да. Да, и обязательно сделаем обзор на каждую из игр. Да, Максимчик. Всем пока-пока. Пока.